заслуженный майстер спорту Украины, гимнастка Наталія Годунко. Добрий вечір. Добре. У мене от питання, яке нічим не пов'язане, а що це на вусі? От там от. На кімчик можна наїхати? А на що похоже? Я так от здалеку думав, що це тризуб уже витатуірований. Ні. Это татуировка с определенным значением, на котором я говорить не буду, так как это секрет, это личное. Це всі так от, всі, хто робить татуювання, это секрет. Справа в тому, що Наталія Годунко поставила лот на AUKRO.UA із своєю золотою медаллю, правильно? Дійсно так. Для чого? Ну а як ще можуть спортсмени показать свой патриотизм своей стране, если есть возможность, появился аукцион, отдать какие-либо вещи, это может быть фотография с твоей подписью, это может быть какой-то предмет, может быть медаль, и если эту медаль кто-то купит, то эти деньги пойдут на нашу украинскую армию. И эту медаль может купить кто-то из родителей, кто-то из бабушек или дедушек и подарить своей внучке или своему ребенку, и он будет, возможно, счастлив и, возможно, станет чемпионкой мира или достигнет еще высших высот. Ну, это такое долгое объяснение. На самом деле, вот я не буду скрывать. Зашли сюда, в эту студию громадскую, я смотрела все время про политику. Ну, знаете, вот, честно, хотелось про спорт, хотелось про все інше говорить. Ну, так сталося, що з 22 листопада політика, тепер війна, додалося слово. І, ще гірше. Ну так. І чи просто тут, чи можна лишатися поза політикою в таких умовах в нашій країні, взагалі думати, що нехай воно десь там, а я якось перебуду, переживу. Со мною можна поменше політики, можемо поговорити о спорті, задавати питання. Я вот видео даже поставил, ваше выступление, да, 2013 я. Год, да, если не да, ошибаюсь? Да, это чемпионат мира происходил в Киеве, и анализируя сейчас, я счастлива, что это было в прошлом году, а не в этом. Потому что если бы это было в этом году, я думаю, что чемпионат мира бы не состоялся. Потому что в этом году отменили Кубок Дерюгины, который проходит каждый год. В связи с этой ситуацией, к сожалению, наши зрители... Они не смогли насладиться этой красотой, и надеюсь, что в следующем году будет лучше. И... Это уже может и в этом даже. Но в этом уже нет, потому что зачастую всегда это проводится в марте. В марте, потому что у Альбины Николаевны все время день рождения, 16 числа, и стараются делать этот турнир на ее день рождения. Можно пожертвовать днем рождения. Можно перенести на любой другой знаменательный день. Но тренеры наши очень... Властные женщины, очень гордые, поэтому всегда придерживаются своей точки зрения. Поэтому... Очень властные и гордые, это реально. По вас не скажешь, такая субтильная, мягкая, вся такая воздушная. Но я же не в большом спорте, и, возможно, я уже поменялась. А золотая медаль, простите, это она на дереве выросла совершенно случайно, да? Но, извините, это было не вчера и не позавчера, а это было в 2001 году. А свою спортивную карьеру я закончила еще в 2008, после Олимпийских игр в Пекине. Потом я возвращалась еще в спорт через полтора года. Потом я опять всегда заканчивала спорт. Всегда вопрос, чем же вы занимаетесь, если вы не занимаетесь? Как ты спортивную карьеру закончили? Вы в прекрасной форме, как закончила? Все. Но знаете, когда рядом со мной шикарный мужчина, то женщина должна быть еще лучше, чем он. Поэтому я не могу позволить себе... быть не в спортивной форме и выглядеть плохо. Тем более летний сезон. Куда? Не, ну правда, закончили карьеру. Я честно, читал в Википедии тут о вас. Ну, чуть-чуть читали. Ну, чуть-чуть, конечно, всю страницу, смотрите. Не вопрос, показываю. Вот всю. От начала до конца. Просто я не обратил внимания, на самом деле, на то, что закончила. Я смотрел больше на спортивные достижения. Тут спортивные достижения. 2001 чемпионат Европы, другое место. Потім Мадрид, Іспанія, перше місце команда, Новий Орлеан, перше місце, 2002, другий чемпіонат Європи, Гренада, Іспанія, друге місце, друге, перший чемпіонат 2005-го, Кубок Дерюгіної, перше місце Богоборство, Кубок світу Портімау, Португалія, перше місце 2000, так, такі
Реально, у 2008-му все закінчилося скакалкою. Тут так написано, третій місяць скакалка. Но на самом деле в Википедии не вся информация. Я не знаю почему, потому что еще есть очень много универсиад, было Кубков мира, но это все туда не вписано. Но ничего страшного, главное, что самые важные мои достижения есть. Вот. А вот вы играли на одном из телеканалов в шоу «Бум. Битва украинских мест» в складе команды «Міста Сімферополь» в 2010 году. Так, почему? Так, было. Но был такой проект. Бум. За Симферополь почему? Ну, так родилась получилось. Же в Киеве. Что так получилось? Ну, меня назначили быть капитаном Симферополя. Все, теперь понятно. Меня назначили. Так, хочу же видеть медаль, прекрасную медаль. О, сколько вы всего нашли. Надеюсь. Это не я, это YouTube. Компромата само... хоть не найдите. Есть такое? Нет. Вон ладно, медаль. Мы все так с шутками. Да, медаль. Медаль добыта. Потом и трудом. Это дебют. Это самая первая медаль, которую я завоевала на чемпионате мира. Не жалко, да, ее сейчас вот отдавать? Нет, то есть продавать? Когда-то я... работала и завоевывала эту медаль. А теперь я хочу, чтобы медаль работала на меня и завоевывала жизни. Потому что если за нее заплатить даже 15 тысяч гривен или там 20... Там уже 20. О, уже 20. Пока ехала в пробке, уже 20. Если продадутся чьи-то перчатки, чья-то футболка, все это суммируется, и, возможно, будет бронежилет и так далее. Не один бронежилет, на самом деле. Вон золотая медаль... гимнастки Наталья Гудунко, 20 тысяч 100 гривен даже уже. Это хорошо, это здорово. Я думаю, после этого эфира появится больше желающих, на самом деле, поскольку 20 тысяч 100 гривен – это сумма незначительная для армии, как бы это грустно ни звучало. Это правда, но это все-таки лучше, чем ничего. Да, а сама медаль, она в себе несет какую-то ценность? Но говорят же, там золота нет, ничего, да? Она несет ценность, это воспоминание. Это кровь, пот, трудолюбие, эмоции. Это вот все несет эта медалька. Понятно. Хочу наголосити, що можете телефонувати на Skype, ставити питання. Громадське підкреслення TV. Висловлюйте свою позицію в Skype і на Твіттері. Twitter.com/Skripin, Facebook.com/Skripin, Skype, громадське підкреслення TV. От, власне, це адреси, за якими можна зв'язатися. Ну, я не знаю, як не говорити о політиці, поскольку я б, ну, може, я б більше говорив би тоді, ну, це моя робота. Ну, от ви самі оказались в політиці, извините. Ви займаєтесь допомогою українській армії. Хоча ми платимо з вами, или платили, да, налоги. Много налогов. Вот в бюджет для того, чтобы содержали армию, была обеспечена безопасность страны. Но армии у нас уже ж нет. Уже какой есть год? Как раз. Но это уже есть. Но ее же распустили несколько лет назад, насколько я помню. Отменили призыв. Отменили призыв. Ее не распускали ни на день, отменили призыв. Она была профессиональной больше, но она была неукомплектованная. Вот те вещи, о которых говорите, вот сейчас бронежилет, да, там тепловизоров нет. Тепловизор – это чтобы видеть противника ночью, я поняла, передвижение. Я да. На всякий в кино случай. Смотрела. Я на вся... Хищник, да? Не помню. Или Хищник против чужого. Я вот. Вообще такие фильмы не смотрю. А что родные ваши говорят по поводу того, что происходит в стране? Или, может быть, у вас есть непростые разговоры с коллегами, из, как говорят в России, ближнего зарубежья, теперь, по-моему, это очень дальнее зарубежье. Очень дальнее зарубежье, но со многими у меня было общение с девочками, которые живут в России, мы поддерживали связь, но были заданы такие вопросы, на которые я отдавала ответы, но если люди не слышат, если они не понимают, то я не хочу им... навязывать свою точку зрения. Поэтому со многими мы просто прекратили отношения. На Фейсбуке очень много людей мужского пола писали какую-то провокацию. И я решила просто этих людей удалить, чтобы они не писали каких-то гадостей о нашей стране, назовем это так. Мама была
все время в таком напряжении, в таком шоке, что она жила просто, как в фильмах тоже показывают, что должен быть маленький чемоданчик, паспорт, и если что, убегаю. И вот я в таком состоянии весной, зимой, я прожила, наверное, 2 недели, и сказала, что все, я больше так не могу, потому что психологическое состояние, оно настолько тебя выворачивает изнутри, оно настолько страшно, ты постоянно, вот сейчас что-то должно случиться. И я решила, что если оно случится, значит случится. Значит, будем что-то делать, будем спасать людей, будем убегать, что-нибудь будет. Ну, в общем, я оставила немножко это все позади, меньше стала смотреть политики, к сожалению. И на меня так показывали. Потому что, ну, это тяжело, это страшно. Да, но надо знать то, что происходит, как минимум. Минимум надо знать. Рацию есть в ваших словах, конечно, то, что нужно к этому относиться. Є прекрасний вислів. Можна керуватися ним. Станеться те, що має статися, і не станеться те, чого не має статися. Кажу, це фаталізм певний. Насправді ні. Це не фатальне сприйняття, а просто готовність прийняти обставини саме такими, якими вони є. Тому що багато на що ми не впливаємо, хоча багато на що і впливаємо. Навіть от кожним словом або такою акцією, там, здавалося б, ну, медаль. Але, а ну, то, що F5, подивись, там цифри не ростуть? Це ж цікаво просто. Може, впливаємо ми якось на ефір, тому що хочеться теж допомогти. Багато дуже людей звертається з різними настроями, ну, як до останньої інстанції, що ви можете сказати, передати, вас почують. Оце болісніше приймати, тому що в нас нема якоїсь особливої можливості достукатися в адміністрацію президента, в РНБО, в Міністерство оборони. Хіба що ці чиновники приходять в студію. Це просто зауваження до глядачів, які дуже багато пишуть повідомлень, особливо про 72-гу бригаду. От є інформація, що заблоковані у Російській Федерації бійці 72-ї бригади оголосили голодування. Про це повідомляє Андрій Цеплієнко, це журналіст. І всю ніч наших солдатів викликали на допит і намагалися брати відбитки пальців. Вранці хлопці вийшли з наметового табору і оголосили голодовку з вимогою відправити їх до України або дати можливість зустрітися з українським представником. Да. І як ви знаходите в собі сили от, забити о том состоянии, так от як сприймати? Лето прекрасно, посмотреть там. Видно гидропарк, да? Видите? Ну, на самом деле, женщинам все равно немножечко легче, чем... Женщины удивительные мужчинам. Существа, на самом деле, в этом плане, поскольку они вроде бы такие мягкие-мягкие, а потом в один момент, оп, и показывают мужчинам пример. А Кимчик, а ну покажи, он пляжик нам, камеру, вот эту. Не, не, другую, да? Там можно эту развернуть. Сейчас свету пойдет, не? Вот, им просто пляж покажем, что-то в Киеве творится на гидропарке, потому что... Но люди загорают, насколько я вижу, когда проезжаю. Много людей. Да вон же его видно. Он Венецианский вижу, мост вижу, и пляж. Вижу. Не получилось, да? Сразу надо было брать эту камеру. Угу. Да. Вот, и, возможно, что-то помогло сохранить стойкость. И... Это вопрос. Я так засмотрелась на пляж, что нам пропустила ваш вопрос. Крупно покажут. Ну, не туда. Ну, Аким, да, вот он. Это же максимум, да, фокус. Зум полностью. Вот же он пляж этот, вот наш прекрасный киевский, да. И там полно народу, и, ну, за окном война, а люди на пляже. Или не могут же все быть на войне. Кто-то могут. Будет очаг домашний хранить. Может быть, там все женщины или дети. Отсюда не разглядеть. Но нужно все равно как-то абстрагироваться. Вот сейчас, когда ты проезжаешь на машине или проходишь где-то, все мостики раскрашены в жовто-блакитный колер. И когда стоит мальчик или девочка или мужчина с табличкой
деньги на краску, то, не знаю, я мимо проехать не могу. Я пару раз давала деньги, один раз я покупала краску. Люди пытаются немножко разрядить обстановку, которая происходит в нашей стране, чтобы, когда ты проезжаешь или проходишь, ты хотя бы улыбаешься, ты видишь, в какой стране ты живешь. Оно ярче намного. Эти люди, они просто решили немножко раскрасить нашу жизнь сегодня. Я считаю, что таких моментов должно быть больше, и даже на краску не нужно жалеть, не говоря уже о том, чтобы помогать нашей армии и перечислять хоть какой-то минимум. Ну, не краска единой, на самом деле, поскольку любое внимание, даже не только перечислять. Не знаю, я был свидетелем в Мариуполе. Выглядело это достаточно комично, на самом деле, когда к Нацгвардии приехали давать концерт песни и пляски Нацгвардии. То есть это немного так по, не знаю, по-советски, наверное, немножко выглядело, да, и там... «Давайте заспеваем патриотичных песен!» А потом все разошли. А? Який у вас голос? Нормально. Ух ты. Я могу ваше выступление объявлять в мирное время, это вообще не проблема. Значит, мне надо вернуться. Выступая, только вы же уже не в спорте, сказали. Да, мы можем отрепетировать. Значит. Выступая заслуженный мастер спорта Украины Наталья Годунко. Реально, жарти жартами, ну, вибачте за жарти, та, які, хоча це вже може якась реакція на божевілля, яке триває не перший місяць, але ще раз наголошуємо на аукціоні, на благочинності, кожен може зробити щось подібне. Зараз я не буду називати прізвища певних діячів мистецтва, які мають проблеми з виступами і читають як мантру «Я за мир». Меня втянули в політику. Зробіть щось просте. Просто. Є у вас для цього максимум можливостей. І реально важко собі уявити, як би хтось без антигітлерівської коаліції приймав нагороду за вдалий виступ для очільника нацистської Німеччини. Під час проведення якогось там чергового з'їзду партійного. Хоча мистецтво завжди жило поруч. Ну, тут варто згадати Лені Рафеншталь. Я правильно би сказав, я міг заплутатися зараз, плутати букви. Ну, вона режисер відомий, вона зняла фільми там про... Антош, F5, я попросив, інформація. Поки не оновлюється, ну, Роман. Ну, чого ти? Ну, так скажи, не оновлюється. Я маю на увазі, оновлюється в мене F5, але не оновлюється, на жаль, ставки на аукціоні. А лінк дай мені, я сам буду оновлювати, бо ти... Він в версії є одразу. 20-100. Ну, одним словом, це заклик до глядачів громадського. Не... Завжди ми просимо на проєкт громадське гроші. То зараз... Ну, це правда. Я знаю. І, ну, нам допомагають, і ми завдяки цьому існуємо, насправді. Але зараз такий час, що ліпше допомогти армії, от просто купивши навіть на аукціоні цю медаль, яка дісталася потом і кров'ю. На аукціоні є ще булава і ленточка. Її теж можна купити. Все ваше, так? Да, все моє. А ну, давайте перевіримо цінники, що там. Антон? Ну, ні. Совсем чуть-чуть. Ну, слухай, а коли ви поставили це на аукціон? По-моему, дня 4 назад, и всего 3 дня, и аукцион заканчивается. Я с организаторами говорила, почему поставили так, на такой короткий срок, термин, потому да. что пока люди узнают, пока не увидят, пока не уточняют, что это действительно правда, может, кто-то обманул, может, это ложь. И они сказали, продлить нельзя. Я говорю, ну, обидно, конечно, но ничего, хотя бы что-то. От ми, якби могли проводити аукціони, ми б його проводили. Нам просто не можна, бо ми не прибуткова організація, і хтось інший може аукціони проводити. Надихаєте когось? Що зараз ми намагаємося зробити. Ви ж просто, ваша присутність в цій студії, це ну, фактично данина громадянській позиції, щоб ви розуміли. Громадська так само підтримує завжди всі громадські ініціативи, які є неприбутковими і скеровані на те, аби надати необхідний розвиток суспільству. От знизу, те, що ми зараз бачимо в нашій країні, та? Що все почало рости знизу, слава Богу. І політики це мало відчувають. От приємніше говорити з вами в студії, ніж з
депутатом Верховної Ради якимось, насправді. Так що хочемо стимулювати, та, щоб суспільство рухалося вперед, щоб життя наше було ліпше, та бігло навіть, тому що воно настільки забігло вперед, що за ним не встигає політиком. Ну як, є інші лоти? Є інші лоти, я знайшов булаву і стрічку. Але, на жаль, за неї дають поки що лише 1000 гривень. Я хочу всіх закликати знайти цей лот. Я розумію, що золоту медаль мати цікавіше і легше, ніби так ти придбав. І вже в мене є золота медаль чемпіонату світу. Головне не видавати її потім за свою, за свою, що так. Ти її здобув в тяжкій боротьбі. Та. Але тут справжні атрибути того, з чим можна починати працювати за своєю золотою медаллю йти. Я думаю, що мати такий стимул, мати від чемпіонки світу стрічку і булаву, аби починати свою спортивну, може, кар'єру і йти до свого чемпіонства світу, це дуже цікава мотивація і дуже має бути сильною. Тож закликаю вас звернути увагу і на цей лот. А в мене так само є питання, насправді, до Наталії Годунко. Я хотів би спитати, наскільки спортсмени можуть відсторонитися, насправді, від політики? І ця історія, наприклад, з Олімпійськими іграми в Російській Федерації, так, вони були вже під час конфлікту. Наскільки це впливає на психологічну підготовку спортсменів? І наскільки там можна прийняти чи не прийняти рішення? Ну, то ж, це ж була зимова Олімпіада. Не їхати. Це неважливо. Я маю на увазі спортивна подія під час... А, ти просто про позицію спортсменів, тому що... Наталя Годункова наш... Я розумію, спортсмен готується 4 роки... Не конькобіжний спорт, ну це поміж собою у нас. Спортсмен готується 4 роки до Олімпіади, ага. І раптом вона відбувається, наприклад, от, ну, в такій ситуації. Що може прийняти, ну, яке рішення має прийняти спортсмен в цій ситуації? І наскільки це впливає на психологічну підготовку? Оскільки я так розумію, знаєте, що це дуже важлива частина. Наші спортсмени довго вирішували їхати чи не їхати. Знаю. Та. Це дуже хороший вопрос, тому що... Я спорила со многими людьми, которые никогда, скажу так, не занимались профессионально большим спортом. И тут даже были посты, что сборная паралимпийцы не должны ехать на Олимпийские игры. Для меня это было шоком, я говорю, они должны ехать, они должны защищать нашу честь Украины по той причине, что, понимаете, что у людей это единственный шанс в жизни заработать какую-то копеечку, чтобы, возможно, купить себе какой-то протез или купить какую-то себе коляску, чтобы они от кого-то не зависели. Они борются не за медаль, а в этом случае они борются даже где-то за финансовую поддержку, потому что наших спортсменов практически никто не поддерживает в нашей стране. И люди, которые трудились с утра до вечера в течение всей своей жизни, а то и 4 лет, и тут им говорят, что вы никуда не едете, и эти спортсмены не смогут, возможно, поехать на следующую Олимпиаду по той причине, что им не позволит здоровье. И поэтому я все время входила в конфликт, потому что эти спортсмены должны ехать, их страна не обеспечивает так, как должна обеспечивать. И эти спортсмены поехали, и они завоевали достаточно много медалей, которые доказали, что наши спортсмены сильные, волевые. И они честно завоевали эти медали. И я считаю, что в этот трудный момент они, наоборот, превознесли нашу страну. И было бы намного хуже, если бы они туда не поехали. А психологическое состояние зачастую тренера нас всегда ограждает от всего. Мы вне политики, мы только находимся, назовем так, в ауре спортзала. Если спортсмен будет отключаться еще на что-то и вникать в политику, то он не сможет сосредоточиться на 100% на том, что он делает. Видите, потом приходится в политике вникать уже в спортсменов, походу. Ну, когда ты умнеешь, когда ты взрослеешь, когда ты развиваешься, да, начинаешь хоть что-то понимать. Иногда от некоторых вещей оградить просто невозможно, на самом деле, поскольку там же есть государственная машина целой пропаганды, да, там же... На днях включил там канал этот, какой-то из отключенных теперь в Украине, там реально на голову не налезает то, о чем говорят. Поэтому... А люди там живут постоянно, они все время это смотрят с утра до ночи, на самом деле. Ну, я скажу... Мы больше говорили о спортсменах и в момент подготовки к соревнованиям. Да, но потом им выступать. Но... И есть реакция трибун, есть момент исполнения государственного гимна.
і очень много моментів, які сопряжені так или иначе. Естественно, но ты, когда ты профессиональный спортсмен, ты можешь отключаться, ты уходишь как бы в медитацию того, что ты делаешь. Когда ты выходишь на площадку, если я беру свой вид спорта, твое подсознание знает, что по телевизору смотрят миллион людей на тебя, когда я выхожу на помост в зале тысячи людей, и я начинаю переживать, что, возможно, я что-то потеряю, я что-то не сделаю, я не смогу выполнить что-либо. И я смогу подвести тогда своих тренеров и свою страну. И в этот момент ты должен уметь это все отключить, всех зрителей, камеры, которые перед тобой ездят просто вот так возле ковра, и ты выпускаешь предметы, иногда ты видишь свою булаву на потолке, видишь, как ездит камера, и потом она хоп, и уехала. А ты можешь в этот момент немножко рассредоточиться и потерять. И это твоя будет ошибка. И вот в эти моменты нужно должен быть один коридор. Должна быть холодная голова и горячее сердце. Если спортсмен настоящий может отключиться, то тогда он и настоящий победитель. Ну что вам сказать? Спасибо скажу за участие в эфире, за горячее сердце и холодную голову. И просто за красоту. Спасибо и вам. Да.